В городском округе Люберцы проходит плановая проверка газового оборудования в квартирах. Сотрудники управляющей компании ЛГЖТ и специалисты газовой службы работали в домах на Юбилейной. Наша съемочная группа присоединилась к рейду. Утечки газа у нас не обнаружено. Рекомендация в данном случае только замена газового крана. Убедиться в исправности газового оборудования должен каждый. От этого зависит безопасность и собственная, и соседей. Проверку состояния плит и колонок необходимо проводить не реже одного раза в год. Мы формируем графики обхода по абонентам, и наши сотрудники проводят техническое обслуживание. Проводят обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, то есть все, что связано с газом. Проверка внутриквартирного газового оборудования – вопрос, который держат под особым контролем. В столичном регионе действует партийный проект «Школа грамотного потребителя». По линии ЖКХ эту программу в городском округе Люберцы курирует генеральный директор ЛГЖТ Мамед Азизов. Я провожу по своей линии разные проверки. Сегодня у нас одна из проверок внутриквартирной газового оборудования. К сожалению, проблема есть доступа. Хотелось, чтобы специалисты пускали, все-таки это безопасность. Вы же знаете, сколько несчастных случаев происходит в нашей стране и по миру. Мы раздаем специальные памятки о безопасной эксплуатации газовых приборов. Чтобы не оказаться жертвами мошенников, жителям рекомендуют проверять информацию о приходе специалиста газовой службы в ЕДДС ЖКХ городского округа Люберцы. А при любом подозрении на утечку газа необходимо обращаться по телефону 04 или 112. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.